Перед тем, как ехать в аэропорт, думаю еще раз подкрепиться, потому что всю ночь сейчас еще в аэропорту. Вот, еще дорога 4,5 часа. Вот смотрите, ребята, вот такая тушенка, вот она, 525 грамм. Смотрите, сколько мяса, видите? Сплошное мясо, большие куски. Поэтому я по этой тушенке соскучился, по тушенке, честно говоря. Если бы его продавали бы там, вообще бы. Но, видимо, за то, что мясо дорогое. Вот вы правильно написали, я хоть своих продуктов вот объелся. Вот, и с собой забираю. Тушенка самое то, что придумали, как говорится, это... Еще 50 грамм коньячку еще к нему. Это обязательно. 25-летней выдержки. В общем, короче, вот такая у меня подготовка к дороге, ребята. С тушенкой, вот с такими кусками мяса и бородинским хлебом. И все. Все скромно. Но вкусно!